Всем привет! В эфире «Универ Ньюс», а в студии Даниил Миронов. Наша команда подготовила для вас самые интересные новости о Казанском федеральном университете. Итак, сегодня в выпуске. КФУ вновь вошел в рейтинг лучших университетов мира по версии QS. В Казанском федеральном университете стартовала приемная кампания. Группа ученых КФУ разработала уникальный протез сосудов. Казанский федеральный университет повысил свои позиции в рейтинге лучших университетов мира КУЭС. По сравнению с прошлым годом, ВУЗ поднялся на 48 пунктов. КФУ стал одним из 25 российских университетов, вошедших в рейтинг. Что является причинами повышения конкурентоспособности Казанского университета в данном рейтинге, мы расскажем в нашем сюжете. Стали известны результаты одного из наиболее авторитетных международных академических рейтингов QS World University Ranking, включающий в себя 1000 лучших высших учебных заведений со всего мира. Дело в том, что в отличие от многих других рейтингов, там меньше всего субъективной составляющей, то есть мнения экспертов, ну и непрозрачных оценок. То есть там больше всего четких измеримых параметров, и поэтому достаточно четко видно, по каким направлениям нужно нам работать для того, чтобы достичь хороших международных позиций. Так, в общем рейтинге университетов мира КФУ занял 392-ю строчку. При этом два года назад Казанский вуз занимал в этом списке место в группе 441-450, а год назад 439-ю позицию. Таким образом, суммарный рейтинговый балл университета составил 28,5. Это на 2,3 выше прошлогоднего показателя. Академическая репутация, еще раз, это, скажем, улучшение ситуации с цитированием и качеством наших публикаций, работа с иностранных преподавателей высоко оценена и доля иностранных студентов. Вот эти четыре важных компонента, они и послужили нашему росту. Увеличение продуктивности отметили не только зарубежные агентства, но и отечественные. Ранее Казанский федеральный университет вошел в первую десятку 10-го национального рейтинга университетов международной информационной группы «Интерфакс» по итогам 2018-2019 года, заняв 9-10 место. Отметим, КФУ показал рост в данном рейтинге и с 2018 года поднялся на 2 пункта. В частных рейтингах КФУ существенно улучшил свои позиции по блокам «Образовательная деятельность» на 8, «Бренд» на 6, «Интернационализация» на 3, «Исследовательская деятельность» на 2, а также сохранил прошлогодние позиции по блоку социализации, заняв первое и второе место. В этом году отличился не только университет. Рейтинговое агентство RAEX впервые подготовило рейтинг лучших школ России в сфере информационных технологий. IT-лицей и лицей имени Лобачевского Казанского федерального университета вошли в топ-100 рейтинга. Цель рейтинга – определить, какие школы готовят наибольшее количество студентов для лучших вузов в сфере IT. В рейтинге лучших школ в сфере информационных технологий вошло 200 школ из 44 регионов России. Так, IT-лицей КФУ занял 56-е место. На 99-й позиции расположился лицей имени Лобачевского. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. 20 июня стартовала приемная кампания Казанского федерального университета 2019. В этом году впервые для абитуриентов Казанского федерального университета предусмотрена возможность сдать вступительные экзамены с использованием дистанционных технологий. Об этом еще в мае сообщил ответственный секретарь приемной комиссии Олег Бодров. О других уникальных особенностях приема студентов КФУ в этом году на следующий сюжет. Как и в прошлом году, приемная комиссия Казанского университета располагается сразу в двух местах. На базе культурно-спортивного комплекса КФУ «Уникс» по адресу улица Профессора Нужина 2 и во втором учебном корпусе Казанского университета по адресу улица Кремлевская, 35. Институты, которые принимают документы по адресу улицы Нужина в «Униксе», это юридический факультет, это Институт управления экономикой и финансов, это Институт фундаментальной медицины и биологии, Институт филологии и межкультурной коммуникации. Остальные подразделения КФУ ведут прием во втором учебном корпусе Казанского университета. На обеих площадках приемной комиссии будут развернуты компьютерные классы для электронной подачи заявлений и регистрации в социально-образовательной сети «Буду студентом», а также подразделения договорного отдела. Надо сказать, что достаточно активно первый день начался. Сегодня у нас уже время 14:30, подано 230 заявлений на сегодняшний день. Значит, по Казани это 177 заявлений, по нашим филиалам в Елабуге это 32 заявления и 21 по филиалу в Набережных Челнах.
На бюджетную форму обучения в магистратуре планируется принять 1730 человек. В прошлом году показатель составил 1884 студента. На контрактную форму 1682. В 2018 году было принято 1343 студента. Секретарь приемной комиссии Олег Бодров добавил, что в этом году КФУ планирует принять порядка 2500 иностранных студентов. Однако для того, чтобы стать студентом Казанского университета, не обязательно приезжать в Казань. Особенность приема документов этого года заключается в том, что они могут подать документы дистанционно, в электронном виде. Для этого мы предусмотрели соответствующие поля в личных кабинетах абитуриентов в нашей системе «Буду студентов». Они могут сканировать свои документы, паспорт, оригинал, аттестата, значит, заявления свои и... прикрепить их в соответствующие поля в личном кабинете. График работы приемной комиссии с 8 утра до 17 вечера, выходной день, воскресенье. Телефон горячей линии 8 843 221 33 33. Телефон приемной комиссии 292 73 40. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюз. В Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ разработан уникальный протез сосудов. Для проведения экспериментальной операции были привлечены специалисты, действующие врачи университетской клиники. В чем особенности новой разработки и почему протез является более действенным, чем существующие аналоги, мы расскажем в следующем сюжете. Команда исследователей Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета разработала новый и уникальный биодеградируемый протез сосудов. Со временем протез полностью заменяется тканями организма. Он основывается на растительном веществе – картофеле и кукурузе. Они становятся питательной средой. Организм начинает съедать растительный материал, а образующуюся пустоту закрывает собственным материалом, запуская регенерацию тканей сосудов. Разработка активно освещается в средствах массовой информации, в том числе и федеральных. Для работы над проектом были привлечены специалисты университетской клиники КФУ. Ими была проведена экспериментальная операция на свинье по внедрению в организм протеза сосудов. Протезы прижились, они были проходимы. На протяжении испытательного, скажем так, периода. И возникло, действительно, увидели эффект биодеградации этих протезов и замещения их собственными тканями. Период восстановления составил около 65 дней. За это время протез полностью изменился и сросся с тканью организма. Разработанный протез имеет ряд преимуществ по сравнению с аналогами. Одно из них – меньший риск инфицирования. Инфекция входит в взаимодействие с другими протезами, и побороть ее сложно. Протез, разработанный в КФУ, становится единым целым с организмом, а не является инородным телом. Если протез полностью замещается собственными тканями, конечно, у иммунной системы появляется большая возможность бороться с бактериями, которые могут попасть в кровоток и в русло. И в этом плане протезы новой конструкции имеют большую устойчивость к инфекциям, безусловно. Также биодеградируемый протез сосудов является более предпочтительным выбором по сравнению с аналогами при лечении детей. Эти протезы, замещаясь собственными тканями, не ограничивают, получается, рост организма, и эти протезы, замещенные собственными тканями, могут расти вместе с организмом, поэтому, будучи внедренным, скажем, в детском возрасте, они не вынуждают производить повторные операции при росте ребенка. Протезы того же типа могут вызывать нежелательные новообразования в кровеносной системе, в то время как протез сосудов, разработанный в КФУ, не вызывает подобных проблем. Разработке необходимо пройти серию дополнительных испытаний, прежде чем ее можно будет применить на человеке. Предполагается, что после прохождения всех фаз исследований разработку можно будет применять при атеросклеротических поражениях, аневризмах, расслоениях аневризмы и при любых поражениях сосудов. Если эти протезы действительно... их эффективность, безопасность будет доказана, и они будут работать ничуть не хуже, чем имеющиеся в настоящее время синтетические протезы, то у этих конструкций действительно большое будущее, я думаю. Казанский федеральный университет принял решение развиваться в сфере трансляционной медицины, направление, которое предполагает сокращение разрыва между исследованиями ученых и практическим здравоохранением. Для реализации такого подхода КФУ и была создана университетская клиника, чтобы сокращать разрыв между разработками и клинической практикой. Выстроенное тесное взаимодействие ученых и врачей в рамках клиники начинает давать свои результаты. Проведенная операция является одним из шагов реализации данной стратегии развития. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универньюз. На этом у меня все. Следите за нашим телеканалом в социальных сетях и узнавайте больше. До новых встреч!